Берем куриное филе, заранее его немножко подмариновали с добавлением соли и перца. Сбрызгиваем его немного оливковым маслом и отправляем на гриль. В домашних условиях можно приготовить на обычной сковороде. Возьмем наш заранее сваренный картофель. Возьмем одно небольшое яйцо. Забьем его венчиком. Промажем наши картофельные булочки. И присыпем кунжутом. После чего сбрызнем маслом и отправим готовиться в гриль. Филе куриное у нас готово, наши булочки готовы. Для соуса в сметане добавим немного сладкого соуса чили. Перемешаем и добавим рубленой зелени петрушки. Добавим немного черного молотого перца. И, в принципе, мы готовы собирать наш бургер. Оформляем тарелку соусом песто, выкладываем бургеры, добавим слегка аромата черного перца. Наше блюдо готово. Приятного аппетита!